День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Один из самых молодых праздников, он связан с именами святых Петра и Февронии. История муромского князя и девушки-крестьянки считается образцом семейной любви и верности, а сами святые стали покровителями супружества. Как повествует православное предание, муромский князь Петр страдал от проказы. Дочери пасечника Февронии удалось исцелить его от тяжелого недуга. Князь влюбился в простолюдинку и женился на ней. Возмущенные бояре потребовали отказаться от этого неравного брака, но князь предпочел отречься от власти, нежели от любви. Супруги зажили простой жизнью, а в Муроме между тем началась смута. Горожане просили князя и княгиню вернуться. Те простили своих подданных и правили еще долгие годы. В конце жизни своей они приняли монашеский постриг перед смертью, тем самым говоря Господу, что «Господи, если дашь мне здоровье, я буду монахом, если возьмешь меня, прими меня в ангельском монашеском чине». Их похоронили по обычаю монашескому порознь. И когда через некоторое время решили обрести их тела, они видели, что они вместе находятся, а не порознь. И этим самым Господь показывал, что союз мужчины и женщины, он благословленный. В память святых Петра и Февронии в храмах были отслужены молебны.